Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас видео о моих покупках из интернет-магазина Wildberries. И как всегда, я вам покажу, что же я нашла там классного и интересного. Все ссылочки будут в описании внизу к этому видео. Если вам что-то понравилось, вы можете пройти по ссылочке и заказать для себя также. И цены на экране. Первое, что я вам покажу, это набор картонных коробок. Коробочки самые обыкновенные, 3 штучки в комплекте. Они были в разных цветах, ну, с разными узорами, с разными рисунками. Я взяла эти коробочки для переделок. Кто видел в новогодних моих обзорах, да, я вам показывала, какие я делаю коробочки для хранения игрушек елочных. И вот я решила своим родственникам сразу приготовить сейчас такие коробочки, подарить им на Новый год. Для того, чтобы они могли спокойно хранить свои игрушки. Размер коробочек 33 на 25 на 18,5 сантиметров. 100% картон. И это Россия, Москва, Гофропром. Так, следующее, что я вам покажу, это... А что я вам покажу? А давайте я вам покажу обувь, которую я взяла для своего сына. Так. Это одна и та же марка. Первые вот такие вот сандалики. Но они совсем простенькие, да? На улице бегать. Цена достаточно смешная. Вы не обращайте внимания, это у меня Анфиса рядом когти точит. Такие звуки раздаются, да? Вот. Обычные такие сандалики, очень хорошенькие. Размер я взяла 29. Длина стопы у моего сына 18 сантиметров. Это к тому, чтобы вы тоже могли ориентироваться. У нас подобные были от этого же производителя. Очень хорошие были кедики. С удовольствием их носили. Здесь, конечно, все мягко. Об ортопедии мы вообще не говорим. Но у меня у сына как бы проблем таких нету. Поэтому мы себе можем позволить. Это у дочери, да, плоскостопие. Там... Не купишь такие дешевые, там по-любому выкладываться, да, чтобы она могла ходить, чтобы и не больно, и все было хорошо. Так, что-то нам тут наложили, какие-то розыгрыши призов, получай подарки. И какое-то такое письмецо в конвертике. Давайте вместе с вами откроем, посмотрим, что же здесь. Дорогой друг, ура, наконец-то я пришел к тебе. Мой путь был долгий и очень интересный. Ну, это просто... Такая открыточка, небольшой бонус, приятный бонус. Второй вариант, более интересный. Они должны светиться, но мы еще так и не разобрались. Ну, вернее, мы их только примерили и толком в них не ходили. Это вот такие вот кедики. Они достаточно тяжеленькие. Ну, не то, что прям вот тяжелые, но чувствуется вес, да. Здесь 28 размер. Я бы, конечно, лучше 29 заказала, чтобы немножко на вырос. Но и тут мы как бы ножка более-менее свободно сидит. Сейчас летом бегать отличные кедики. Тоже, значит, внутри вот такая стелька. Все, опять же, мягенькое. Но вот тут чуть-чуть получше, конечно. Но все равно мысочек гнется. Но да нормальный, мне нравится. Отличные кедики. И цена достаточно смешная. Выбор огромный, расцветок много, моделей много у этой марки. Поэтому, если вам понравилось, проходите, выбирайте. Вот такая вот прелесть. Давайте я вам сразу покажу немножко одежды. Буквально два платьишка. Называется платье женское. Размер, объем бедер 108. Цвет пионы, ХБ 100%. Город Томск производит. Перед употреблением стирать. Следующее платьишко уже длинное, платье Макси. Здесь производитель Тула и тоже 100% хлопок. Размерчик вам поближе, то также объем бедер 106, это, по-моему, 50 был размер или 48. В общем, вот такая вот бирочка, ОТК. Хлопок достаточно плотный, многие писали, что оно домашнее, да, как домашний вариант, но мне оно не показалось домашним. Летом вполне можно выйти и на прогулку в таком платьишке, почему нет? Для себя взяла босоножки.
Так, изготовитель, ну, естественно, это Китай. 36-й размер. В такой коробочке ко мне пришли. Очень блестящие, не всем понравятся, но мне понравились. Красивые, классные такие босоножки сделаны, в принципе, добротно. Кто-то даже в отзывах писал, что отходил в них пару сезонов, поэтому я смело заказала. Тоже в разных расцветочках. У меня вот такие вот серенькие с бежевым. Симпатичные очень босоножки. Каждая босоножка была в отдельном мешочке. Все было аккуратно упаковано. Пишут, что на полную ножку я бы не сказала. На среднюю ножку это да. Вот такая вот прелесть. Вот не знаю, показывать вам или нет. Давайте покажу. Называются трусы утягивающие женские ИП Османов ТГ. Страна-производитель Китай. 95% хлопок, 5 эластан. Размер здесь 3XL. Я мерила 2XL, но 3XL как-то мне понравился больше размерчик. Интересно они сделаны. Смотрите, спереди шов дополнительный поддерживающий. Цена достаточно смешная для таких трусиков, да? Здесь отдельно резиночка вставлена спереди. Она пошире, тут примерно сантиметр. И сзади маленькая резиночка. Что меня больше всего смутило в этих трусиках, думала брать, не брать, это вот эта вот, не знаю, ткань, наверное, здесь, да, которая вокруг этой резиночки. Такая ткань обычно на трусиках из фикс-прайса, и она меняет цвет. Поэтому я испугалась, что выцветит. Но все-таки меня цена подкупила, поэтому я решила их взять, эти трусики. Хорошие, вот так они внутри выглядят, все замечательно. Мне понравились. На мою попу сели хорошо. Далее покажу вам батарейки. Дорого стало покупать фикси, поэтому взяла в этот раз на Валберес вот такие. Вот фазы алкалиновые. Здесь 20 штучек в упаковке. Цена получается чуть дешевле, чем в фикс-прайсе. Также к этим коробочкам я взяла новый пистолет. Мой, к сожалению, сломался от Ермака. Приобретала в фикс-прайсе. В принципе, неплохой, вот который за 249 рублей, но все-таки слабоват, слабоват. Не так сильно разогревается и долго разогревается. Поэтому решила приобрести вот такой вот. Гарантия 12 месяцев здесь. Двойная изоляция, малый вес, компактный размер. Обычный такой пистолет для стержней 11 миллиметров толщиной. Удобная складная подставочка. Ну, все замечательно, все обычно, все как у всех. Еще не тестировала. Попробую вам вставить короткое видео, как же он работает. Что меня подкупило в этом пистолете, это вот это окошко. Потому что тот, который у меня был от Ермака, у него не было такого окошка, не было видно, как же там что происходит, кончается ли стержень или нет. И все было наугад. А здесь гораздо лучше все сделано, мне пока нравится. Хотя пистолет от Ермака как-то стильней, что ли, выглядел. Ну, не знаю, будем, короче, тестировать. Давайте я вам уже покажу свои кухонные покупочки. Классные такие. Очень хорошая скалка. Марка называется Dark Kitchen. Пришла она ко мне вот в таком вот мешочке. И она темного цвета. Тоненькая, хорошая, аккуратно сделана скалочка. На картинке она выглядела прям черная-черная, но по факту, видите, крашеное такое темное дерево. Стильная, гладкая, обалденная скалочка. Мне очень понравилась. Взяла. Вообще, когда я шла выкупать товары в этот раз, думала, может быть, ее все-таки оставлю. Но нет, забрала. И вот такой вот мешочек. Здесь все затягивается. Можно хранить в мешочке эту скалочку. Красота. Была вот такая бумажка с номером даже телефона, в случае чего можно позвонить, да. И всевозможные здесь советы о том, как ухаживать за такой утварью кухонной. Также в комплект к этой скалочке я взяла еще и лопаточку. Вот она такая красавица.
Видите, тут целая серия, еще толкушка. Но я заглядывала в магазин этой марки, и там уже как бы особо выбора-то нет. Вот такая красота, только посмотрите на нее. Какая форма, какой рисунок. Даже переливается немного. Просто супер. Я влюбилась. Буду ловить и другие товары из этой коллекции. Конечно, пускай будут. Дальше я вам покажу. Все-таки я ее купила. В просторах интернета вы еще можете найти, но на Валберес и на Озон уже точно нет. Это подставка для яиц, керамическая. Последнюю забрала я от Mason Cash. В прошлый раз вам показывала миску для смешивания. К сожалению, опоздали уже все, да, к моменту выхода видео. Все их уже разобрали, эти мисочки, они там тоже кончились. Вот такая классная подставочка. Не дешевая, но очень хорошая, очень стильная. У многих блогеров, которые снимают именно готовку, у них есть такие подставочки. Что меня и подкупило, я решила все-таки для себя взять, чтобы самой было как-то приятнее готовить, да, когда такая посуда, ну, хочется готовить, согласитесь. В общем, вот такая вот подставочка. Еще одну подставочку взяла только, наверное, из-за цены, потому что я искала вот эту, и мне попадались всякие разные. И тоже мне понравилась одна подставочка, она в среднем стоила 1000. И тут я ее увидела за 500 там с чем-то, последнюю у этого продавца, естественно, я ее забрала. Вот в такой вот коробочке, керамика, Китай, вот она. Такая зелененькая под мою утварь кухонную тоже отлично подходит. Сейчас я все меняю как раз на такой вот красивый молочный цвет, да, все. Но и зеленые мои, все у меня останется, потому что у меня терка зеленая от Бёрнер дорогая. Много всего такого вот зелененького, поэтому зеленые у меня вещи на кухне все-таки останутся. И они достаточно классно сочетаются, на мой взгляд. Буду с удовольствием пользоваться всей этой кухонной утварью. Следующее, что я вам покажу, ну, тоже для кухни, для пельменей. У меня есть видео на канале, где я тестирую всякие гаджеты для пельменей. К сожалению, я там отключила комментарии, потому что, ну, писали всякие гадости мне на самом деле. Ну, не подружилась я с этой раскаткой для теста. Ну и что? С чего вы взяли, что я плохая хозяйка, безрукая, безногая? Это только я мягко говорю. Мне такое писали, это ужас. Просто ужас. Вот. Но, в общем, раскатка для теста у меня так и лежит. Машинка вот эта для раскатки теста. Ею я не пользуюсь. Я взяла для себя вот такие вот выемочки. Также там видео я тестировала ролик, который прокатываешь, он вырезает. Но там очень широкие получаются кружочки, а мы такие не любим. Пельмени огромные просто. Вот здесь вот поменьше. Видите, она алюминиевая, ручка деревянная, легенькая. Такая формочка. Можно печенюшки ею вырезать тоже. Почему нет? Хорошая вещь. К сожалению, мне тут все заклеили. Ну вот вижу, хуань какой-то. В общем, это Китай. Это Китай. И вторую взяла выемку для пельменей диаметром 5 сантиметров. Вот такая вот. Она уже потяжелее, повнушительней. Когда я выбирала, думала, что вот это защитный колпачок. Но нет, это всего лишь крышка. Вот такая вот история. Так, здесь изготовитель. Судя по всему, Россия. Тоже все заклеили со всех сторон наклейками от Валберес. Попробую сейчас отклеить хоть что-нибудь. Нержавеющая сталь. Изготовитель ООО. Но если ООО, то Россия, да. Давайте на нее поближе посмотрим. Вот она, эта крышечка. Крышка обычная. И вот такая вот формочка. Такие пельмени именно такого размера мы больше всего и любим нашей семьей. Очень хорошая, качественная вещь. Обратите внимание. Бегите быстрее хватать первую попавшуюся. Даже по моей ссылочке она может сегодня стоить гораздо дороже. Я искала самую дешевую. Поэтому не торопитесь. Если вам понравилось, попробуйте поискать что-то подешевле. Еще я вам покажу краску для волос. Это Гарньер. Брала ее раньше в магазинах по акции. Но сейчас они везде стоят, эти краски, за 200 рублей. Одна штучка. Поэтому тут Валберес меня спас. О, все вытащила.
Вот такая вот коробочка. Я ей уже покрасилась. Оттенок получается именно тот, что на картинке. У меня волосы были, наверное, вот такие вот темненькие. Сейчас я вот такая. То есть все замечательно, все идеально подобрано. Волосы мягкие. Есть дополнительный бальзам после окрашивания. Тоже очень хороший. Рекомендую. Раньше, когда я красилась, это было давно, я красилась обычно краской палет, небо и земля. Вот эта краска мягче, и оттенок всегда получается тот, что на картинке. Я уже использую второй вариант, да, более светлый. До этого у меня была краска чуть потемнее, там тоже получился цвет, как на картинке. Все замечательно. И взяла на замену уже этому оттенку, просто корни подкрасила. Теперь буду высветляться, чтобы все было одинаково, вот такой вот краской. Здесь другой оттенок. 10.02, тут оттенок 8.1, песчаный берег. Теперь буду вот такая вот блондинка. Давайте покажу вам оттенки. Как раз у меня получится вот из этого цвета вот в такой вот красивый светлый цвет. Глубокое питание, насыщенный цвет. Сверяла в пункте выдачи, чтобы все было внутри, в коробочке, как и положено. Потому что частенько что-то где-то пропадает, поэтому не хватайте сразу же, а то приходят люди домой, открывают, а там либо краски нету, либо проявителя. В общем, вот такая вот история. Обязательно проверяйте. Дезодорант снова взяла, мой любимый. Кристальный. Тот, что я брала до этого, зеленый, он сейчас очень дорогой. 300 с лишним рублей. Меня как-то смутила цена, поэтому я поискала немножко подешевле. Отзывы хорошие. Вроде не расколот, хотя там какой-то кусочек. Нет, все хорошо. Ну вот немножко сколотый кусочек, но не страшно. Вообще не страшно. Я такие дезодоранты люблю. Здесь, конечно, нужно время. С первого прям применения он вам не поможет. Особенно, если у вас прям проблема, да, тут надо несколько дней попользоваться. Намочили сам дезодорант, потом повозюкали несколько раз по подмышкам и еще раз его сполоснули, убрали, все. Единственное, мой лайфхак, не храните прям вот так вот на полочке, иначе испортите полочку. Снизу сыпется немножко этот кристалл, и он портит полочки. Поэтому я обычно ставлю на специальную подставку, и на подставочку еще кладу либо кусочек туалетной бумажки, либо салфетку. И все хорошо. Поэтому я их рекомендую. Мне нравятся. Хорошие вещи, да. Можно смело брать. Взяла себе еще несколько наклеек для ногтей. Очень красивые наклеечки. Нежные такие цветочки. Слайдеры для ногтей. Поближе. Смотрите, какая прелесть. Они объемные. И второй вариант, вот такие вот наклеечки. Выбор, конечно, большой у этого продавца. Ну и вообще на Wildberries выбор таких вещей просто огромный. Каждый сможет подобрать себе по вкусу наклеечки. А еще взяла блески декоративные. Для лица, для тела подойдут. Они в виде геля. Давайте открывать с вами, тестировать. Я еще их даже не открывала. Видите, все запечатано специально. Ждала, когда же буду снимать обзор. Так, открываем. Там тоже были разные. Надеюсь, ничего не посыпется. Да, они гелевые. Ой, смотрите, сколько берется сразу. Какая прелесть, ё-моё. Супер, мне нравится. Все блестит, сияет и сверкает. Класс. Рекомендую. И по отзывам хорошие. Вот эти гели. Можно смело брать. Так, последнее, что я вам покажу. Взяла я защитный чехол. Вот для своих часиков. Он уже как раз на часах. К сожалению, часы у меня не дешевые. Я их уже умудрилась поцарапать. И даже чехол поцарапала потом в этом же месте. Что-то у меня прям не срастается. Поэтому... До этого у меня было такое покрытие, не помню, как называется, такой силикон сверху наклеивается, но вот он не спас, вообще не спас, потому что он наклеивался только на циферблат, да, вот с краешку, где я поцарапала часы,
естественно, его не было. Поэтому я плюнула и купила бампер. Цвета разные, можно подобрать под цвет своих часов. Очень хорошие бамперочки. Рекомендую. И главное, защита гораздо лучше, чем вот все эти наклейки, стекла. Пришел ко мне этот бампер вот в таком вот чехольчике. Все, в принципе, вот они мои покупочки из интернет-магазина Wildberries. Если что-то вам понравилось, ссылочки внизу в описании к этому видео. Проходите, приобретайте для себя. А я вас всех люблю, берегите себя и своих близких. И всем пока-пока!